которая хуже, чем повсесян его и за ними и сорок более возвращения килограммов, продолжение проекта, и вася нашел Мурат Мудрис и Елена Александровна. Участники готовки задания, напомню вам, что за постоянный спортсмен на тренировку до 30 секунд спортсмен получает замечание, более 30 секунд делает предупреждение. Минута постоянно второе предупреждение, 2 балла проигрывает, и полторы минуты, если спортсмен выходит на тренировку, он снимается со схватки. Thank you.